Затянувшимся рождественским развлечением на Дерибасовской пришел конец. Торговые мафы в районе Красного переулка снесут. Такое решение накануне принял исполком горсовета. Документы на аннулирование паспорта привязки подал сам владелец. Ярмарка в центре Одессы изначально планировалась как временная мера. Но будки с баварскими колбасками, сладостями и глинтвейном задержались на несколько лет. Объект связывают с бывшим куратором городской торговой сферы, экс-вице-мэром Олесем Янчуком. Что будет на месте домиков, пока неизвестно. По одной версии – торговый центр, по другой – отель. Сегодня принято решение про демонтаж временных сооружений, которые находятся в Красном переулке. Они принадлежали ООО «Одесский ярмарок». Собственник временных сооружений сам подал документы на аннулирование паспорта привязки. Что стало основанием для включения этого вопроса в решение исполкома?